обратите внимание, наша первая остановка. Прекрасная страна Норвегия. Страна высот и высоких гор. Страна обрывистых скал и незамерзающих водопадов. И множество озер и рек. В Норвегии, как и в других скандинавских странах, Рождество начинают ждать за месяц. Там тщательно соблюдают старинные обычаи. Это время называют адвентом. От латинского «приход», «пришествие». В этот период верующие готовятся к рождению Христа и Его явлению в наш мир. Адвент Церкви Западной вполне сравним с рождественским постом Церкви Православной. В этот период люди также добровольно ограничивают увеселение, а священники служат в церквях в строгих одеждах. В сочельник все стараются встать пораньше. Работы в этот день очень много. После завтрака мужчины уходят в лес рубить дрова. Их должно быть как можно больше, ибо в первые дни рождественских праздников работать нельзя. Женщины тем временем принимаются мыть дом. После уборки дом начинают украшать. Пол устилают можжевельником или соломой. Она должна напоминать в этот великий день о яслях, в которых после рождения лежал божественный младенец. По завершении дел в крестьянских домах обязательно баня. Затем переодеваются в чистое платье и в 5 часов вечера идут в церковь на службу. На второй день Рождества начинается хождение по домам славельщиков, которых в Скандинавии называют звездными мальчиками, ибо ходят они с 8-конечной звездой. Tolv kära värdöm.
Это нам? Точно нам? Здравствуйте, господин капитан. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Скажите на милость, какова цель нашего путешествия? Что-то я запамятовал. Цель нашего путешествия – это Святая Земля, место, где родился наш Спаситель Иисус Христос. Это-то понятно. Но меня смущает такой вопрос. Зачем нам, православным христианам, заезжать в такое количество портов? Зачем нам порт Норвегии? Зачем нам знакомиться с культурой Норвегии, с ее танцами, традициями? Зачем это, господин капитан? Солнце светит над всеми странами мира, и звезды сияют в каждом уголке нашей земли. И апостол Павел тоже пишет, что нет во Христе ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, но все Христовы. Также и Господь наш пришел для каждого народа нашей земли. И очень интересно, как они встречают Рождество, какие традиции их празднования. И я думаю, что в ходе нашего путешествия вы будете иметь возможность в этом убедиться. Ну-ну, посмотрим. А почему такая грязь на палубе? Мне стыдно перед нашими пассажирами. Матросы, через 10 минут мы прибываем в немецкий порт. Наведите порядок. Да, конечно, по времени мы не успеем, ребята. Палуба действительно большая, но... Давайте прибегнем к помощи наших друзей, наших зрителей. Дорогие гости, мы искренне просим вас нам в этом помочь. Для этого нам нужно 10 человек, 10 участников. Господа, смелее, это для вас будет сюрприз. Мы сделаем две команды по 5 человек, смелее. Мужчины, где мужчины? Мужчины! У нас есть маленькое условие. Участники должны быть не ниже моего подбородка. Технику безопасности нужно собирать. Да. Еще. Итак, у нас две команды. Еще один человек, еще один человек. А можно вас попросить? Мы в следующий раз вас подберем. На следующий конкурс. Чуть попозже. Хорошо. Хорошо. Итак, у нас две команды. Дорогие участники, встаем за эту линию. Сюда. Сильное звено. Сюда. Давайте за мной. Раз команда. За матроса вторая команда. Итак, объясняю правила. Швабру ни в коем случае нельзя отрывать от пола. Пробежаться вокруг ствола. Как можно быстрее, но не упасть. И дать следующему. Итак, кто побеждает, тот и выигрывает. По моей команде мы начинаем. Раз, два, три, поехали! Давайте поддержим нашим участникам. Давайте поддержим нашим участникам.
достойны. Призы, пожалуйста, обоим команды. Все достойны. Но кто не успел поучаствовать, не переживайте, ваше время. Прошу, следующие две команды. Палуба-то большая, а грязи-то тоже много. Помогайте скорее. Товарищи участники, гости нашего корабля, присоединяйтесь тоже. Палуба должна блистать. Дорогие гости, смелее, смелее. Призов хватит. Я должен видеть свое отражение на палубе. Техника безопасности. Пять человек. Шесть. Надо всем удалиться. Это слишком молод. Красиво. Себя берегите. Мы вам другое задание дадим. Задание понятно? Обежать стул, не отрывая швабры, не отрывая. Раз, два, три, поехали! Тоже получает подарки. Спасибо всем большое за участие. Итак, пол чист. Можете убедиться сами. Капитан будет доволен. А тем временем мы скоротали. Мы скоротали много времени, и мы, кажется, куда-то прибываем.